Всем привет! Сегодня у нас 7 июня 2020 года. Приехал вчера в сад, так же само на виноградник, посмотреть, как он себя чувствует после проливных дождей. Дожди у нас лили 2,5 недели. Лист, смотрю, вроде более-менее здоровый. Вчера вечером провел обработку по винограду. Провел фунгицидом, провел удобрением по листу. И также само добавил активатор роста. И для завязывания добавил тоже препарат. Сейчас вам расскажу, каким препаратом я работал. Прирост вот видно хороший, мощный. Растет сейчас. Пройду, покажу. Надо подвязывать виноград. Выламывать буду лишние побеги, уже как виноград отцветет и покажет завязь. Когда он завяжется, для того, чтобы было больше пыльцы и прошло лучшее опыление. Вот такой вот вид на винограде. Побег, лист красивый, блестящий, растет хорошо. Болезней не наблюдаю, вредителей тоже не наблюдаю на винограднике. Видно, что хорошо растет после дождей, влаги много, кончики загнутые, рост отличный. Вот такой вот имеет вид виноград. Так, сейчас давайте сейчас покажу, чем я буду, точнее не чем я буду, чем я обрабатывал вчера вечером данную культуру. Виноград уже вот-вот начнет цвести. Уже на некоторых сортах, на таких как Гарольд, уже 3-4% начинается открываться цветок, начинает цвести. Обычно он начинает у нас в нашем регионе, это кременчуг, цвести где-то с 25 мая. Но в этом году дожди, погода капризная, то вот на 7 число он, можно сказать, закрытый, только кое-где начинается там открытие. Так, работать будем, то есть работали не будем, а работали препаратами вчера вечером, такими как Шевит, Бора Плюс и Мегафол. Шевит — это контактно-системный препарат от Милью и от Одиума. Работает отлично, справляется отлично с заболеваниями. Виноград всегда спасаю этим препаратом. Я им очень доволен. Главное — покупать в большой упаковке, килограммовой. Не покупайте мелкую фасовку, там по 20-35 грамм. Очень много подделок. Подделки не работают. Нужен оригинальный препарат. Фирма Адама. Отличный израильский препарат. Его добавляли мы 20 грамм на 10 литров воды. Плюс работали перед цветением винограда препаратом Боро Плюс. Этот препарат я добавлял 10 миллилитров на 10 литров воды. Фирма Валагро. Отличная итальянская фирма. Работает тоже безупречно. По всем культурам и по яблони, и по груши, по диплоидным сливам. То есть я рекомендую этот препарат перед цветением обработать, после цветения и недели через 3, как начинают расти плоды. И активатор роста стрессовым эффектом — это Мегафол. Его вложили 20 мл на 10 литров воды в один бак. И проводили вчера вечером обработку по виноградным кустам. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.